простую, вот простую школу, через дорогу, да? Учителем пения, да. Первым, что я себе поставил в обязанность, никогда не унижать человека любого возраста. Можно даже несколько жестко с ребенком поговорить, но не унижать его собственное достоинство. Я этого никогда не делал. Второе, что я себе взял за правило, если я на что-то не могу ответить, на какой-то вопрос со стороны учеников, я не выкручивался, как это делают некоторые, а я всегда говорил, я сейчас не знаю, но я потом вам отвечу. О, у меня тоже было это, кстати, я вас перебью. Преподавательница в институте, Галина Николаевна Бодрикова, она тоже, вот по вашему, говорит, я не знаю, давай посмотрим.